Если вы правильно будете строить отношения со своим малышом, то все, что говорит ваш муж бывший, не повлияет на него никак. Ребенок будет видеть адекватную маму, которая его любит. А то, что приходится сейчас встречаться, конечно же, на другой территории, это, скорее всего, правильный выход, потому что он не должен видеть ваши конфликты. У ребенка все-таки должно быть спокойное, мирное детство. А вам побольше терпения и побольше проявлять любви к своему малышу, постараться заменить ему вторую половину. И я верю, что если вы будете продолжать ходить в церковь, то эта ситуация изменится, появится другой человек в вашей жизни, который заменит ему отца и мужское начало, которое должно быть.